Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ об очередном кадровом назначении. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов получил статус вице-премьера. За прошедший год в сельском хозяйстве было реализовано более 30 инвестиционных проектов, которые позволили создать 300 рабочих мест. Индекс производства продукции приблизился к 103%. В 2017-м планируется еще один масштабный проект. Проект по развитию хмелеводства в республике. Условия благоприятные. Прибыль сельхозтоваропроизводители получают от ведения любого направления бизнеса. Раз мотивации хорошие, вот сейчас исторический шанс, вот я это подчеркну, исторический шанс сельхозтоваропроизводителям, работодателям увеличивать заработные платы своим работникам. Иначе молодых людей привлекать будет очень сложно. Глава республики обратил внимание на ряд проблем в отрасли. Новая должность вице-премьера позволит эффективнее решать поставленные задачи, отметил он. Сергей Артамонов поблагодарил главу республики за оказанное доверие и подтвердил готовность работать во благо региона. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.